Всем привет, 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 привет! С вами Спартак Спартакович, и сегодня я хочу сегодня пройти тему 6 класса, называется она «Пропорции». Берем тетрадки и поехали. Поехали. Допустим, один повар у нас готовит 5 шаверм. Один повар, 5 шаверм. Тогда сколько будет готовить 5 поваров? Ну, вы можете догадаться, что это будет 25. Ну, допустим, что мы не знаем, да? Все в математике мы записываем как x. Напишем x, да? И чтобы найти этот x, нам нужно перемножить крест-накрест. То есть берем другой маркер и перемножаем вот так вот. Что у нас получится? У нас получится 1 умножить на x равно 5 умножить на 5. 1 умножить на x — это будет x. 5 на 5 будет 25. То есть 5 поваров приготовят 25 шаверм. Стираем и идем к следующей. Задача номер 2. Два арбуза